Греция и лидеры еврозоны в понедельник снова сели за стол переговоров. Афинам необходим доступ к средствам, чтобы избежать дефолта. В конце месяца они должны вернуть МВФ 1,6 миллиарда евро долга. Но средств на это в бюджете нет. Правительство Ципроса сделало несколько новых предложений, включая повышение налогов и урезание социальных выплат. Лидеры ЕС назвали это основой для возможного соглашения и предоставления помощи, которая на данный момент заморожена. Председатель Европейского совета Дональд Туск, который возглавил экстренный саммит, назвал предложение Греции шагом в правильном направлении. Премьер-министр Ципрас и кредиторы будут работать рука об руку, чтобы Еврогруппа смогла к вечеру среды прийти к какому-то результату и представить его в четверг утром. Соглашение о предоставлении средств в обмен на реформы поможет Афинам избежать дефолта и выхода из зоны евро. По словам канцлера Германии, в этом заинтересована не только Греция. Все участники переговоров хотят, чтобы Греция осталась в еврозоне. То, что Греция представила сегодня, определенный прогресс. Но в процессе переговоров стало ясно, что еще необходимо проделать большую работу. Оставшегося времени очень мало, поэтому нужно сфокусироваться на работе. Тем временем в Афинах в понедельник состоялся многотысячный протест. Люди вышли на центральную площадь, чтобы сказать «нет» выходу страны из зоны евро. Бездействие нового правительства привело к хаосу и сделало экономику Греции уязвимой. Все, ради чего мы последние месяцы шли на жертвы, было потеряно. Мы должны оказать давление на власти, чтобы они активизировались и заключили соглашение с Евросоюзом. Пришла на площадь и небольшая группа протестующих, выступающих за выход из ЕС. Некоторые были настроены агрессивно. Их разогнала полиция. Четверо были арестованы.